Казахстанцы все чаще жалуются на онлайн-магазины и маркетплейсы. К концу прошлого года количество обращений с претензиями уменьшилось на 300%. В Министерстве торговли и интеграции поступило порядка 8 тысяч жалоб по поводу их работы. За 7 месяцев этого года в ведомстве зафиксировали уже больше 30 тысяч недовольных потребителей. 49% из них недовольны качеством обслуживания в сфере розничной торговли и бытовых услуг. Свои права они пытаются отстоять через Комитет по защите прав потребителей. Их из пострадавших заявления в этом году в половине удалось отстоять свою позицию. Еще треть потребителей получили юридическую помощь. 13% обращений направили в профильные госорганы, и чуть больше 4% жалоб находятся на рассмотрении прямо сейчас. В целом ведомству удалось защитить права потребителей почти на 900 миллионов тенге.